Тише. Дик, ты прям так радуешься. Доброе утро всем. Доброе утро. Ну, что ты там? Дик, где пчелка с Джинкой? Нету? Гуляют? Ну что, ребята? День второй по выживанию на хуторе. Утро просто такое, так хочется спать, правда? Мы вчера просто долго работали. Работали. А, на готове. Сейчас, подожди. Дик, ты там лишний. И ты уже, смотрю, такая на хозяйстве. Да? Но. Сегодня меняемся местами. Ты на хозяйстве. А я что буду делать? Рыбачить, что ли? Наверное. Так, ну нужно столько... Нужно столько свинушек. Нет, ну они сейчас... Идите. Пищалочка. Горбачев, выходи. Бочечка. Горбачев, выходи. Что, не пролезешь? Выходи, Горбачев, выходи. Так, вы еще ждите. Олька, а чё ты в тапках вышла? Я забыла, что еще холодно на улице. Ну, влажно. Ну и так иди обуйся. Я тебе сейчас покажу, как надо. Зай, посмотри. Что на месте. Их не будем, да, выпускать? Нет. Овец. Пока поедят. Может... Так овец ты ведешь в пастух. Не, я понимаю. Может быть, Зинку сразу выпустим сюда? Нет, ты там ее должен покормить, потому что здесь эти будут есть. Да, хорошо. Разрешите, дамочка, я к вам пройду. Смотри, вот так вот берем. Ты же цепляешь, да? Оп, все. Дашка. Я потом покажу, как надо Злату доить. Обалдеешь. Машка. Надо было мне вчера это красное большое ведро. И, кстати, реально Злату легче доить, как казалось. Да. Угу. Как и Валя говорила, да? Ну, там мягче вымя. Белка. Ну можно я чуть-чуть попу Гоги сниму? Майка. Тебе нравятся большие сочные попки? Нет, мне она просто прикалывает. Сладко, ты уже ждешь? А Дик охраняет.
походу это уже все. Помассируем. Точно все. Белка. Массаж бесплатный. Ты белка. Мне... Че? Висюльки? Дай засниму. Висюльки. Отчет. Давай, ты следующая. Белка, иди. Белка. Иди сюда, белка. Вэк. Одной рукой. А? Одной рукой, ты уже профи. Не. Не, ну так потому что опыт, ты знаешь, какой гигантский. А. Понятно? Главное ухватиться хорошенько. И не отпускать. Смотри, сейчас Гоги будет проходить. Эту попку можно узнать издалека. Издалека. Вечером как-то быстрее выдаилось, мне кажется. Вечером вообще прям. Потому что молока меньше было. Я бы не сказал. Вот интересно. Дима с Вали смотрят на нас. Вот что они думают. Я не знаю. Я думаю... Дима, да не так ты ее бери. Да. Дай я позвоню ему. Да. Дай я позвоню, чтобы потому что он мне испоганит козу. Вечером, может быть, знаешь что? Напаслись. Хорошенько. Или она просто тебе утром от страха мало отдала? Нет. Вот тут то же самое. А вечером уже может быть больше. Напасутся, наедятся. Отстегивай. Вот. Закрывай. Аривидерчи. Закрывай, закрывай. Так. Пчелочка. Пчелка. Держи. Я возьму. На, я возьму корм и сухой. Пчелочка, иди сюда. Иди сюда. Иди. Залазь. Залазь. Залазь, я тебя спасу. Пошли. Ты моя хорошая. Да. Поедешь с нами? Это подальше от Дика. Да? Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошлите покормлю. Юрка надоел. Собачкам, кстати, молочко не даем, потому что у нас много поросят. У нас. На хуторе много поросят. Вот. А им молочко нужнее. Ну, а пчелке тоже надо молочко нажимать. А диджинка? Не знаю, сейчас найдем. Дик самый главный нянь. Типа, я готов приступить к работе. Раз уже пришел, то открывай. Да, я уже готов нянчить. Вот почему молочко мы отдаем этим маленьким троглодитам. Они сейчас покушают, мы пастух заведем, косы овец и выпустим их уже на улицу. Так. Ну, осталось завести косы овец в пастух.
Да? И можно, и можно пойти порыбачить, пока стена сохнет, потому что стена не высохла. Вот и... это самое прикольное, если честно. Мне так нравится их вести. Да. Вообще, они такие прям за тобой бегут, такие типа мэка. Ты такой хоп, как предводитель. Такой, ходите, девчата. Набираем зерно. Ну что? Выводим. Выводим. Бочечка, ты такая бочечка. Сейчас поросятки покушают, и мы их выпустим. Кто-то сломал? О, Дима все увидит. Нормально, ничего не сломано. Дик, иди помогай загонять. Пошли. Пошли, пошли. Ага, Гоги дал люлей. Пошли. А вот здесь, смотри. Гоги, ты идешь или нет? Пошли. 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 Пошли, 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 пошли. Пошли домой. Пошли. Белка. Белка. Злата. Пошли. Злата. Белка. Майка, майка, майка. Пошли. Злата. Маечка, пошли. Пошли. Майка пойдет, пойдет у Гоги. Гоги, то понятно, что пойдет. О, видела? Скакануло. А козы не идут, видишь? Козы не идут. Сейчас. Иди, я их сейчас пригоню. Я тут с стадом, а ты с одной козой только? С двумя. С двумя? Пошли. Даже надо быть такой вредной. Там как коза. Ты что, коза? Молодец, Дик, помог. Дик за тобой наблюдает. Контролит. Вода есть? Вода есть. Ну все, закрывай. Смотрите в оба. Гоги за старшего. Я сказал. Дикушка, молодец. Ну, вроде все. Осталось. Сейчас покормим еще собак. И Зинку выпустим на улицу. Да. И все. Дика, ты все знаешь. Знаешь, что уже надо поросяток выпускать? Сейчас выпустим. Открывай. Бочечка ждет уже своих карапузят. Бочечка, иди забирай своих. О, Зина. Учуяли мамку, повыбегали. Пошли, Зина. Зинка пошли. Выбежала, я. Я мадам. Зинка псих. Зинка вообще кидается конкретно. Пошли, пусть они выходят. Дик, не лезь. Дик, иди сюда, ко мне. Дик, пошли ушки намажем. Дик! Он и стоит, как этот вот. Дик! Дик, иди сюда. Пошли, Дик, а то сейчас Зинка тебя цапнет. Дик. Пошли. Варим собачкам. Да, кашку. Кашу засыпали. Что это там зашибло? Шкурки. Перловку, шкурки. Шкурки, косточку туда кинули. А то собачек.
вчера уже это самое, все вечером дали им покушать. А сегодня утром надо уже варить. Угу. Ну а как мы можем их оставить? Все правильно вы там подметили, что охранникам нужно в первую очередь. Угу. Он как стоят на страже. О. Просто вчера не засняли это, как кормили. Ну да. Вчера было у нас много работы, нам было. Заодно здесь уберем эти ветки все. Поспаливаем. О, ты так прям, слышишь? Мастерски ты так. Профи, да? Ты вообще? О, о, поглянь. О. Дик. Дик. Сейчас уже приготовим, сейчас приготовим. Несем водички. Для козочек наших. Юрка, быстрее, сейчас она выйдет. А ты потом проверишь, или ток пошел? Нет, конечно. Я знаю, что он пошел. Ну скоро там собакам уже приготовят. Да, уже скоро. Ну и что вам? Что мы вам там готовим? Пришли уже тут на запах. А, малышня. Ну, это собакам. Тоже мне. Вон, травку щипайте. Дик, на. Булечка, иди тебя. Муха. Пока. Муха, иди сюда. Иди. Видишь, вчера Димину еду быстро съели. Угу. Что-то чувствует чужую руку приготовления. Да, мушка? Мушечка. Иди кушай, а то сейчас все съедят. Тут каши, тут, ну, шкурки. Вкуснота, да? Сам бы поел. Сам бы поел, да нельзя. На диете? Фу, на строжайшей. Дик, смотри какой. Ой, блин, все, это твое. Надо, на. Надо, ты пока будешь тут тормозить, все за тебя все съедят. Видишь, не может, горячее. Доставай, доставай на землю, чтобы оставало. И они съедят. Ну, булька уже с миски ест, как это. Как в ресторане прям ей надо. Только в миску положить. Муха. Ой,
где смысл? Дик, никто тебя не заберет. Да никто не заберет. Уже у тебя уже забрать, то уже, я не знаю, надо каким быть бесстрашным. Такая слезинка. Ну, мы хоть сами поедим. Не мешало бы, знаешь. Не мешало бы покушать. 1:22. Ага. Да-да-да, пока всех накормишь, напоишь. Да. И самим же нужно покушать. Что у нас сегодня? Картошечка пожаренная с колбасками и с помидорками. Да. Чисто по-хуторскому. Да. Что вы там? Ну все, тогда приятного аппетита, будем кушать. Спасибо и тебе. Так, зубная паста. Только мы чистить зубы уже не будем. Мы сейчас Дику намажем уши, правда? Дик, подожди. Дик, стой. Она засохнет. А он пчелку высматривает. Стой, Дик. Вот так вот, Дик, тебе ушки. Стой, будешь пахнуть мятой. А еще чуть-чуть. Пчелка, иди, завайся, конечно. Видишь, я ее спасаю, Дика. Скажи, Дик, ты уже забегал сегодня целый день? Дик, пчелка моя. Ага. Скажи, хитренькие, конечно. Я ж так не могу. Ну что, идем ловить рыбку для пчелки с Джинкой? Пошли. Я уже мечтаю о рыбалке. Главное, купили опарыши и купили мотыля, да, а сегодня как нету времени. Ну, пошли. И шарфик не надо. Тепло так. Ну, пчелочка. Красотулечка. У меня только ошейник пахнет. Да? Угу. О, ну что? Спасти тебя, Дика? Или отдать ему? Цирковая кошка. Цирковая, это точно. Нет, там не удобняк. Да тебе и удобнее. На шее вот так вот. Смотри. Пойдешь сейчас? Ну иди. Залазь. Залазишь? Лезешь ты чи не лезешь? Или я тебе просто как подставка? Пчелочка. Чулочку. А-ау. А-ау. А-ау.
Дик думает, отдайте мне ее. У нее когти острые. Наши люди вообще одни такие. Она такая царапучка. Чака. Чак. Чака, не кусай меня. Дик, так смотрит. Дик, ты так на меня смотришь. У тебя муха на носе. Съешь ее. Сейчас так, цап. Пчелка, слови у него на носе муху. Вот знаете, вот, ребята, в чем вот весь цинус, да? Вот своего такого вот местечка. Пруд. Пруд рядом. Кофеечек сделал. Взял удочку, пошел с кофеечком, порыбачил. Не, вот надоело рыбачить. Пошел, вот тут поработал. Оставил эту удочку, пошел что-нибудь другое поделал. Да. Ебота, так можно и жить. Только большой труд. Ну, труд, по да. Уходу за труд. Конечно. Так. Все нормально? У вас все нормально? Я не слышу ответа. Быстро, доклад. Все нормально? Отлично. Вижу, что настроение прекрасное. Ты все как всегда летишь куда-то. И я полетел. Параплан. Я лечу. Ну что, иди за удочками, ставь кофе. Давай, жди. Ну, сама? Да, я тут это замечталась что-то. О большой рыбе? О большой рыбе. Ну, надо ж покормить рыбка еще, пчелку и джинку. Ага. Покормим. Жалко, червей не было. Ну ничего, ты там мотыль есть. Угу. Будешь насаживать? Сейчас попробую сначала на опарыша. Что-то у него... Если никто не видел, как это делают девушки, посмотрите. Они даже делают это лучше, чем некоторые мужики, я вам скажу. Это точно. Ну, на такой опарыш... Клюет? На такой опарыш должна клюнуть. Клюет уже, нет? А сейчас? А сейчас клюет? Я только не знаю, какую можно отдавать джинке. Карасей мелких. Да? Да, 100%. Так я еще щуку его споймаю. А ты глубину выставила? О, смотри. Дик, ну ты что-то пьешь на всю рыбу. Спасибо, Дик. Ты вот просто настоящий друг. Молодец. Типа, нечего в чужом пруду ловить. Но. Не, Дик, что-то маловато, мне кажется. Давай еще нырни. С разбега. Булька, ты решила? Булька вот воспитанная. Правда, Буля? Или тоже сейчас пойдешь? Булька за пчелами наблюдает. О, блин. Сорвалась. Да? Да. Мотыля и опарыша обсмоктали уже. Ну так нормально потянул. No. Ох и ты, Оля, у меня до всего. И рыбак. Ну. Только рыбу не ем. Только рыбу не ешь. Нет, ты молодец. Ты главное лови. Съесть мы на нем. Ну да. А где пчелка? Ты пчелку потерял, я не понял, Дик. А? Ну-ка ищи пчелу. Ищи, ищи. Где? Ищи. Ищи. Где она? Где? Ищи. Пчелка, пчелка. Пчелка. Пчелка.
У меня пчелка. Дик так сразу. Пчелка, я ее поглажу. Где она? Где? Пчелка. Кс-кс-кс. Прячься, прячься. Не отдай, Дику, не отдай. О! О! Быстро давай камеру. Ничего себе ты. Карасик? Нет. Это плотва? Или это что это? Это плотва. А что это? Я в ней не разбираюсь. Это какой-то амурчик. А что это за рыбка? Это толстолоб. О, это, наверное, мы не отдаем такое. Нет, конечно, ты что? Знаешь, какой у него толстый лоб? Ага, ну вот молодец, отпускай. Ну что, скорее всего. Давай, давай. О, 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 о. Хорош, молодец. Молодец. Кто это? Не знаю. Ленёк. Такой светленький ленёк, красивый. Ага. Вообще, да? Замаскировался под водоём. Будешь отцеплять? Сама? Ой, такой липкий. Он так сильно проколол себе губу. Бедненький. Сейчас я поосторожно. Давай, но подержу. Но мы тебя не можем отдать, Джинки. Да, ленёк хорошая рыбка. И слишком для нас хорош. Бусенька такая. Он такой липкий. А? Такой липкий-липкий. Ну да. Видишь, как и тихонечко-тихонечко. Прям ленёвая такая поклёвка. Да, да. Еле-еле что-то такое вот. Ну все, молодец. Твоя рыбка тоже первая, хорошая, красивая. Да ты больше меня споймал. Ну все равно. Бочка, ты уже прям как это вот, как лошадка прям скачешь. Ты что, лошадка? Оде вам тут пастбище, хорошо вот вам тут. Да, Боч? Бочка. Ну вот, хоть на рыбалке посидим. Так вот, поймали два ленька, и ты толстолобик. Ну. А Джинки ничего и не смогли споймать. Угу. Ну ничего, она молока попила. Угу. Мяско поела. Мяско поела. Нормально. Со всеми все нормально, не переживайте. Дику уши намазали, всех накормили, напоили. Кошки, собаки, овцы, козы, свиньи, все ходят сытые. Сытнее даже, чем мы. Да, мы. Это мы едим один мы раз в день. Мы позавтракали в час. Они едят постоянно. Да. Ну, сейчас пойдем красить стены. Но это вы уже увидите. В следующем ролике. А пока, чтобы вы не забывали эти манипуляции и жесты с черничного хутора. Всем пока!
Дик, Дик, ну дай ты им выйти уже из-под машины. Бо сейчас тебя Зинка нагонит. Дик. Ох, это Дик. Так, все на месте. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, Зинка. Зинуля. Thank you.